Олег Лихачев, коммунист России. Уважаемые избиратели, в 2014 году я искренне поддержал президента Путина хитом «Владимир Путин молодец». Многие слышали его. К счастью, в 2015 году я вступил в партию коммуниста России, после чего я снял розовые очки и в 2018 году, собственно говоря, сочинил новый хит. Речку мы жили, столетий переход, стабильно, тихо, мирно, кормил нас сверхдоход. Объедки олигархов, от нефти газа пук, народ еще не чуял банкротства тяжких мук. Когда царя топили заморские друзья, его щитом прикрыла российская семья. В ответ решили нами пробоины латать, наш пенсионный возраст и НДС поднять. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на, я промолчу за Медведева, вся Россия изъедена. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на, я промолчу за Медведева, это трагикомедия. Вот такую песню я сочинил в 2018 году. Видите, друзья, все-таки демократия у нас существует, и можно культурно критиковать аж самого президента. Вот, уважаемый Владимир Владимирович, если вы не согласны с текстом этой песни, если вы обижаетесь на меня, давайте как-нибудь встретимся с вами, хлопнем по рюмочке и вот поговорим. И, собственно говоря, я бы хотел услышать от вас ответ, почему я работаю, а карманы у меня пустые, как, собственно говоря, и у трети народа. Коммунистическая партия «Коммунисты России» номер 10 в ваших бюллетенях. И я, шоумен «Сия Руси», Олег Лихачев.